всех на канале Парнаксфилм. Мы находимся в гостях. Мой сегодняшний собеседник, главный конструктор компании Теплодарк Иван Дорохов. Вы с ним уже знакомы, он не раз появлялся в наших роликах. Сегодня мы будем взрывать котел. Или нет? Посмотрим, как пойдет, надеюсь, все-таки нет. Это мы оставим на сладкое. А сейчас мы, перед тем, как приступить к самому интересному гидравлическим испытаниям при повышенном давлении, все-таки пройдем по цеху и покажем зрителям канала Фарнаксфилм все этапы производства котлов Купер. Я знаю, что здесь цех 4 построен по такому принципу, что в одни ворота мы заезжаем в виде листового металла, а через другие ворота мы выезжаем уже с готовыми изделиями. В коробке, все верно. То есть это предприятие, завод полного цикла, от самого плоского вида, так скажем, до полноценного, то, который клиент получает на выходе. Состоит весь процесс и сделать производство заготовки. То есть это у нас имеется свой лазерный комплекс, где режется основной металл котла. Заготовительный комплекс – это где производится резка, гибко металла. И дальнейшее уже непосредственно пошла сборка сварки. Изначально сборка внутреннего корпуса котла и его испытание. Цветной дефектоскопии проверка. Дальнейшая обвалка котла уже непосредственно к гидравлическим испытаниям, которые мы как раз и сегодня и посмотрим. И уже финальная сборка после испытаний, сборка котла и его упаковка. Там в конце цеха находится, наверное, самое такое чистое производство, где идет уже окончательная сборка. И там же находятся покрасочные камеры, в котором происходит окраска элементов котла, да? Да, камеры покраски настойкой непосредственно черной корпуса котла и его облицовки. Слушай, ну за время моего последнего визита здесь немножко поменялось. Мне кажется, появилось больше сварочных постов. Ну и я вижу, конечно, большее количество разнообразных топов, которые готовятся на сборку. Все верно. Наша компания с этого года участвует в Федеральный центр повышения компетенции программы «Лидеры ПРО». И в рамках этой программы произведено более оптимальное построение нашего цеха. То есть поэтому специально более удобно и оптимально построена вся организация всего процесса изготовления котлов. Ну, то есть это то, что кормит компанию «Теплодарк» уже долгие годы. И надеюсь, будет дальше. Расскажи, где мы находимся и что нас сейчас ждет? Это участок цветной дефектоскопии, где проводится проверка всех внутренних корпусов наших котлов. Все основные швы внутреннего котла покрываются специальным составом. Это обычный строительный мел. А далее наши рабочие проверяют это с помощью керосина, который смешан специальной цветной краской. В данном случае это красный. И наличие каких-то дефектов, они автоматически проявляются на поверхности котла. Ну, то есть керосин, попадая в микротрещины, и спустя какое-то время, если там действительно какое-то сквозное отверстие, он проникает на внешнюю сторону шва, и появляются цветные пятнышки. Вот как в данном случае, да, у нас? Все верно. Вот как раз наглядный пример вот такого нарушения целостности корпуса котла. В остальном все с ним в порядке. И дальше что происходит с этим котлом? Отмечается этот дефект, он возвращается на участок, естественно, данный дефект исправляется. После этого повторно производится проверка данного узла. Затем он идет на какой этап? Дальше идет уже на обварку внешнего корпуса котла, то есть уже формируем полноценное изделие. А внешний корпус котла мы проверяем на этапе гидравлических испытаний. Все верно. Что ж, друзья, предлагаю пройти как раз на участок гидравлических испытаний и там приступить к основному действию, к тому, ради чего мы собрались, собственно. Да, мы будем испытывать котел при повышенных нагрузках, раздуем его до 10 атмосфер. Не, давай до 6 все-таки. Пойдемте. Сейчас мы будем делать эксперимент. Эксперимент это... Эксперимент такой. Мы накачаем его на 6 атмосферах, посмотрим, что с ним станет. Я надеюсь, что ничего не будет, но мы посмотрим. Для наших зрителей я хочу немножко прояснить ситуацию. Вот такая процедура отрисовки происходит абсолютно с каждым котлом Теплодарк, который выходит в свет. То есть независимо от того, какая модель, независимо от его размера, каждый котел, абсолютно каждый котел проверяют на наличие печи таким вот образом. Единственное, что сейчас мы немножко гаваним. Мы вот посмотрим, проверим на прочность. Это, ну так скажем, не необходимая процедура, но все-таки интересно было посмотреть, что с ним произойдет при повышенном давлении.
абсолютно верно сказал, это, повторю, это абсолютно идентичная процедура для всех торгов компании Теплада. Не только для конкретно этого. Посмотрим. Так, а за кем, какое давление мы подаем, мы будем следить на манометре, который установлен здесь на шине, да? Да. Иван, ну у нас сейчас идет заполнение просто какой водой, для того, чтобы мы могли начать гидравлические испытания. Вот, повышаем уже до 4 атмосфер. Так, Ваня, мы подняли до штатного до 4. Берем. Пока все нормально. Вообще, что может произойти? Надеюсь, что ничего. Ну, то есть мы просто стоим, смотрим на памятник, да, и любуемся. И фактически. Да? Но пока, если даже есть какие-то изменения деформационные, то их невооруженным глазом не видно. Конструктивный котел разработан таким образом, чтобы как раз визуально их и не было видно. Ну, на ту рабочую атмосферу, которую мы и рассчитываем. Напомни нашим зрителям, на сколько рассчитан этот котел, какое у него рабочее давление. Почти все котлы компании сейчас рассчитаны на 3 атмосферы. Соответственно, испытания мы проводим на 1,5-кратное увеличение, то есть на 4,5. Mm-hmm. Это мы потом посмотрим. А так 3 атмосферы. Ну, сегодня мы проверяем уже на 6. Надеюсь, что ничего не будет. Ну, внутри все прилично, более-менее. В модернизированном конструктире увеличено количество ребер, которые держат внутреннюю часть от деформации. А вон видно вот эти вот сварочные швы. Это как раз с внутренней части именно прикреплены ребра. Ребра жесткости, да? Да. И здесь тоже. По задней стенке тоже вон они идут. Сбрасывай. Что, можно сбрасывать, да? Сбрасывай давление. Сейчас снимем остаточную деформацию. Картинка чуть другая. Все наверху. Он худеет на глазах прям. Видишь, она чуть-чуть удивляется. Уже такого явного горба нет. Он остался, но не такой резкий. Иван, ну, я хочу сказать, что мы увидели крайне скучную картину. Конечно, наши зрители, наверное, вместе со мной ждали какого-то шок-контента, когда здесь половина четвертого цеха предприятия Теплодар перестанет существовать из-за разрыва котла, но ничего такого не произошло. Объясни, пожалуйста, благодаря чему все-таки, вот даже при таких, ну, не совсем правильных испытаниях, котел все-таки у нас остался практически в неизменном виде. В конструкции котла предусмотрено максимальное количество ребер жесткости и стягивающих элементов, которые как раз обеспечивают эту максимальную нагрузку по давлению. Все наши котлы, которые рассчитаны на 3 атмосферы, разрабатываются именно по такому принципу. Их конструкция. Внутренние части, которые находятся между стенками водяной рубашки, между внутренней и внешней, они расположены специальным каким-то образом, либо так, где удалось их закрепить, и все. Нет, естественно, все рассчитано, все посчитано. Это размер, который уже выведен эмпирическим путем. Не, как говорится, наша компания не первый год выпускает котлы. И этот размер уже у нас, скажем так, определенно известен. Ну, то есть вот эти стяжки установлены таким образом, чтобы равномерно по всей поверхности распределить нагрузку на металл, да? Чтобы не было при деформациях разрыва и прочих там неприятных вещей. Все правильно, ты сам все знаешь, я так вижу. Иван, ну мы с тобой посмотрели все, начиная от обработки металла, его гибки, его сварки, до гидравлических испытаний. Осталось, наверное, вот последний штрих – сборка. Расскажи, как это все происходит. Все верно. Значит, после испытаний нашего котла готовые корпуса поступают на покрасочную. И уже после этого, после нанесения термостойкого покрытия на корпус, они поступают непосредственно на участок сборки. То есть сейчас мы видим здесь рядок как раз стоит котлов, которые только пришли из подкрасочной камеры, которые только еще готовятся к непосредственной сборке.
эти котлы, которые мы сейчас с тобой наблюдаем, уже почти находятся на финальной сборке, то есть мы видим, что на них уже одеты все кожуха, почти все двери, и уже частично они готовы к отправке. То есть здесь осталось еще его какие-то элементы добавить, брендировать котел, и дальше он упаковывается. Но перед тем, как он вот так вот упаковывается в это состояние, мы его показываем нашим контролером качества, который непосредственно проверяет его комплектность, качество сборки и качество вообще всей поверхности нашего котла. И уже если и все устраивает, после получения соответствующей отметки, его непосредственно готовят к его упаковке. Ну а сама упаковка финальная, мы вот уже как раз можем наблюдать позади тебя. Ну, да. Это когда уже котлы готовы устанавливают свои упаковки, устанавливаются на палеты и готовятся отправляться на наш склад готовой продукции. А дальше уже для наших клиентов. Вот так вот эти котлы попадают к нам в магазины Фарнакс. Иван, спасибо большое. Был рад с тобой вновь увидеться. Спасибо за подробную экскурсию, за очень интересные кадры. Ну а вас, дорогие друзья, ждем на сайте farnax.ru, ждем в магазинах Farnax. Там представлена вся продукция, производимая этим предприятием. Мы с вами обязательно увидимся. До новых встреч. Счастливо. Спасибо большое.